День открытых дверей для налогоплательщиков Чувашии пройдет 27 сентября. Уже традиционное мероприятие охватит все районы республики. Каждый желающий сможет обратиться в ближайшую налоговую инспекцию и получить информацию по теме налогообложения. Кроме того, всем гражданам будет предоставлен доступ к сайту Федеральной налоговой службы России. 5 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов для жителей Чувашии. О том, кто и когда должен уплатить налоги, расскажут в этот день налоговые инспекторы республики. Дни открытых дверей состоятся с 9 до 18 часов. Всех желающих ждем в наших инспекциях. Физические лица смогут подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», где могут просматривать уведомления, которые направлены были в их адрес, распечатывать их, оплачивать налоги онлайн. Кроме того, у жителей Чувашии будет возможность подать заявление об уточнении сведений по имущественному налогу. Налоговые инспекторы оперативно проверят данные, указанные в уведомлении, и сформулируют запрос об их уточнении. Более 2000 жителей Чувашии посетили День открытых дверей в прошлом году. Они отметили не только высокое качество обслуживания, но и праздничную атмосферу, царившую в налоговых участках. Следующая акция по информированию налогоплательщиков запланирована на 25 октября этого года.